Из-за пала травы в Канске начались пожары и в самом городе. Сегодня загорелась авторазборка на окраине. С десяток автомобилей и бесчисленное количество деталей сгорели, а огонь вплотную подошел и к обычным жилым домам. В комментариях к видео люди пишут, что видели пожар из своих окон, он был всего в 20 метрах. Опасность была еще и в том, что рядом там находится газовая заправка. Отстоять частный сектор и колонку спасателям удалось, а вот разборка сгорела почти полностью. Отметим, что пал травы в Канске идет уже несколько дней, трава полыхает с разных сторон города. Отдельные элементы, типа сиденья повреждены. Здесь вот видите какие-то детали. Началось все, говорят, вот оттуда, с подстанции примерно.